Ополченцы Донецкой Народной Республики задержали в Макеевке 5 украинских военнослужащих. 3 солдат и 2 офицеров несли службу в 3-м механизированном батальоне Вооруженных сил Украины, который дислоцировался под Амросиевкой. Бойцами Русской Православной Армии доставлены в расположение. Сейчас им обеспечено все, то есть еда, вода, медицина. Это регулярная армия. Вот, их поставили им задачу держаться вблизи границы с Российской Федерацией. Вот, основная задача у них стоит, это любые вооруженные какие-то формирования, как это с их слов, вступать с ними в бой, то есть не вести никаких переговоров. По их словам, никакого перемирия нет, боевая задача стоит и выполняется в полном объеме. Блокпосты заняты, блокпосты вооружены, также передислоцируются временами. На допросе задержанные рассказали, что они были призваны на переподготовку сроком 45 дней, но на данный момент находились здесь 4-й месяц. По словам военнослужащих, воевать они не хотят. Войны никто не хочет, все хотят вернуться женам, детям, матерям, живым, здоровым. Матери, заберите своих сыновей. Жены, забирайте своих мужей. Основной целью было укрепление границ Украины и локализация передвижения оружия. На данный момент ополченцы поместили военнослужащих под стражу и в дальнейшем планируют их обменять на задержанных бойцов народного ополчения.